Привет, ребята. Привет. Сейчас. Да. Мы сейчас приехали в Юнгельпарк, который находится в Тенерифе. И сегодня мы постараемся рассказать вам самые интересные моменты, показать. Одно из нашего посещения этого парка. Вот это джунгли. Да, все что угодно, да. Он писает. Какой он огромный. Ой, смотри, какой он огромный. Смотри, щеки какие, боже мой. Вот. Смотри сюда на нас, пацан. Йоу. Тут еще там можно ходить. Да. Крокодил? Да, там крокодил. И маленький с ними, здесь тренировка утренняя. Смотри. Мама, папа и... Малыш такой. А там папа на самом верху висит. Да. Да, вот я думала, что это как флейта сначала. Это как флейта. Я вообще горы так Привет, мой хороший. Опасность, да? Кричат они. Они не опасны. Ох, какой. Иди сюда. Красивый, да, такой он? Все, до свидания.
Es ist Kinder, die bauen mehr. Und wo ist dich kann man? Плывет. Ноги разминает. Громкие какие они вообще. А красивый какой цвет у них. Чистенькие, молодцы. Ты один там стоишь, да? Какой красавец, кисонька, Василек. Ох, чихнул немножко. Жарко лежит. Он не слышит. Какой носик, вообще красивый. Лапки такие у него. Ой, какой красавец. Может, это девочка, конечно. Они живут 20. Ой, зебра. Зебра есть. Зебрами питается. Ну, вот видишь, маленький, но он быстро очень. Антилопами. Антилопами. Вот тебе и малыш. А видишь, по-английски это леопард. А так пантера парда. Может, у него голова болит? Наверное. Это нет, это тоже так делают. Они все так делают. Вообще, Аллах будет ему, да? Наверное. Окей. От жары. Я. Уже брала, он брал хвостик. Ты сейчас хочешь ее сделать? Ты сейчас хочешь ее сделать? Мышка, да? Это такое, что делаешь, что смотришь. Я... Харана Мухтамша. Он скай. Да, сейчас будет бить по стеклу. Да, он хочет выбраться из тюрьмы. Ты что делаешь? Выбирается из тюрьмы. О, вау. Нет, это смешно. О, вау. Нет, я бы... Ёди, вылезает. Тоже что-то кушает. Это лапа. Облизывает. Облизывает пальцы. Видишь, облизывает. Она еще хефлет. Хочешь бушить? Я наш бушить. Я ну горан. Могу валить его? Смотри, так интересно. Да, потому что задние лапы, видишь, у него какие мальчик, длинные. Мальчик, угу. На нас смотрит. Ну куда ты собрался? Иди уже. Мы тебя хоть посмотрим на тебя, как ты ходишь. Он был в сторону. Она знает. Бедняга, как ему неудобно. Ой. Я вас не вижу. Вообще ничего не видно здесь, да? Ух ты! Было интересно. Но очень круто.
Если вам тоже понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Before beginning the exhibition, we must imagine some place known for you to develop the time. It's very good to have a seat and not to that till the end of the exhibition. Увидимся в следующий раз.